Саня Кулинич. Сегодня в Казахстане празднуется День независимости. Несмотря на 25-градусный мороз, сегодня будут проводиться народные гуляния, концерты и всяческие другие мероприятия. Самое, что меня больше интересует, это халявный плов. Удастся ли мне его заполучить? Ну, чувствуется сразу офигенная праздничная обстановка. Даже вон там кто-то поет, надрывается на морозе. Чувствуется запах разгорающихся дощечек. Шашлычок будут жарить. Ну прям качает музыка, ёпта. А вот и плов нашел. У нас тут национальная страна. Так, даже русские песни. Но люди еще не очень хотят веселиться, они жрут плов. Ну вот сейчас я дегустирую плов. Ничего так пойдет. Ну, почти вкусно. Очень многие люди с утра не кушали и решили позавтракать на праздновании Дня независимости плова. После плова самое время накатить чайку. Ровесников независимости сейчас нам покажут. Добрый день, уважаемые жители города Петропавловска. От имени ровесников независимости хотелось бы поздравить всех жителей города, гостей с этим великим праздником. Я что интересно, он представляет этот 25-летний человек. И разрешите человек. Представить к вашему вниманию стих собственного произведения на тему стихи «Независимость читает. Самая священная ценность». О, сколько тягот, лишений и невзгод пережил нас доблестный и непоколебимый народ. В борьбе за ценность, которой нет дороже и светлее на белом свете. В борьбе за независимость, свободу, вольность мысли. В борьбе за сохранение исконных ценностей и традиций. Народ степи хранит себе немало судеб. Не волнуйся. Так, извините. Здравствуйте, уважаемые земляки. Прикольно. Я ровесник независимости. Наверное, не камеры боятся. Работаю я в крестьянском хозяйстве. Еще со школы отец брал меня с собой на поля. И я видел, какой танцует это труд. Танцует без музыки. Разрешите от имени всех хлеборобов поздравить. Чаем пьян не будешь, надо искать, где накатить. 25-летием. Только бы YouTube не забанил за музыку. Ой, перегрузы. Мороз настолько сильный, что батарейка заряженная отдельно, предварительно у меня оказалась разряженная.
Слава богу, я взял пауэрбанк и подключился напрямую. Еще немного поснимаю и нафиг. Здоровья дороже. И не только это сделаешь, чтобы погреться. Мороз все-таки 25, как-никак. Самое главное, что здесь нигде не наливают. Спасибо! Греться по-другому никак. Я не знал, что это такой казахский танец есть. Скрещиваем руки крест парами вот так. Наши ассистенты, давайте. И пошли парами по кругу. Пошли! Украинский гопак! Кавказская лезгинка! Живей ты! Ха-ха! Танцуем лезгинку! Кто на что горазд? Зажигательная цыганочка! Все, я пошел. А вечером нам обещали молодежную программу, посвященную 25-летию независимости страны. А оказалось, что это была программа абсолютно такая же, которая была днем. Посмотрите, вот стоят полиция и солдатики. Их больше, чем людей. Реальный, больше, чем людей. Молодежная программа. Колодец. Какой нахрен колодец? Вы что, смеетесь, что ли? Если утром был халявный плов, горячий чаек, то вечером ни халявного, ни платного ничего нет. Я бы с удовольствием, пока ждал салют, с удовольствием бы пару раз намахнул чайку.
Праздник-то хороший, только с организацией подкачали. Можно было бы и в минус 25 его совсем не праздновать, потому что действительно очень тяжело находиться на улице. Но раз уж решили праздновать, так ну, создали бы соответствующие условия, но вечером было просто невозможно. А ссылочка на полную версию салюта в описании и в конце видео. А теперь подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Все ссылочки на все и про все в описании. Пока!